Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Вокруг безбрежный океан, на корабле я капитан. Я на мостике стою, кораблем своим рулю. Мимо нас плывут киты, выгнув спины и хвосты, а вокруг летают чайки и играет рыбок с дайки. Ой, браво, браво, Зубок! Ты придумал очень подходящую песенку. Ведь именно о чайках и о летучих рыбках я пишу свою новую научную работу. Всем доброе утро! Ух ты, какой кораблик! Нравится? Очень! Да, кажется, что этот кораблик так и летит по волнам. А мне, друзья мои, пора слетать на почту. Да, я к вашему возвращению свой рисунок закончу. Ага, ну прекрасно, прекрасно, мой друг. Зубок, а ты можешь мне этот рисунок подарить? Ну, конечно, могу. Вот только сейчас море дорисую. Так, где тут у нас голубая краска-то? Вот она, на столе стоит. А, спасибо. Так, сейчас дорисуем. Вот так вот. Сейчас. Ой! Что ты наделал? Это же тетрадка тетушки Матильды. Ты понимаешь, я случайно толкнул. Так, надо срочно привести ее в порядок. А как? Ой, надо срочно отмыть. Так. Ну? Так. Ничего не получается. И еще листок стал мокрым. Да ничего, сейчас мы его высушим. Ну а как это сделаем? Очень просто, мы будем на него дуть. Если дуть сильно, то он быстро высохнет. А? Давай. Ой, тетушка Матильда с почты возвращается. Что же делать? Ну как что, надо тетрадку спрятать. Сейчас. Давай. Некогда скучать мне, тра-ля-ля-ля-лям, некогда тужить, ля-ля-ля-ля-лям. Без науки дня я не могу прожить, тра-ля-ля-ля-ля-ля, пам-пам-пам. А вот и я. Тетушка Матильда, вы так быстро вернулись? Да, да, друзья. Ой, я сегодня такая счастливая. Наконец-то я получила научную книгу, о которой так долго мечтала. Вот она. Поздравляем вас, поздравляем, поздравляем. Спасибо, спасибо, друзья мои. Теперь я с легкостью смогу закончить свой труд и выступить на слете ученых сов с новым интереснейшим докладом. Что такое? Что? Ну, куда же делась моя тетрадь? Здесь ее нет. И здесь тоже. А вы, случайно, ее не видели? Не видели. Возможно, я отнесла ее в шкаф. Ну, я, кажется, становлюсь ужасно рассеянной. Некогда скучать мне. Тра-ля-ля-ля-ля. Фу, ушла. Шунь. Да. Доставай скорее тетрадку. Она ведь еще не высохла. А может, лучше тетушке Матильде обо всем рассказать? Нет. А вдруг она рассердится? Странно как-то. Но в шкафу я ничего не нашла. И, кстати, интересно узнать, друзья, за что же это я должна на вас рассердиться? Ой.
из-за тетрадки. Вот, тетушка Матильда. Простите нас, тетушка Матильда. Да это все из-за меня. Мне надо было дорисовать море. Я потянулся за краской, а баночка вдруг упала. И вот, смотрите. Ага. Выходит, море появилось не на твоем листе картона, а на странице моей научной работы. Да, очень быстро появилось. Мы хотели все исправить, только у нас ничего не получилось. Тетушка Матильда, не обижайтесь на нас, пожалуйста. Пожалуйста. Друзья, ну, конечно же, я не буду на вас обижаться. Правда? Вы обещаете? Обещаю. Да и не может быть иначе. Ведь такая неприятность может случиться с каждым. Надо же было просто сказать мне об этом раньше. Ведь испорченную страницу всегда можно просто переписать. Только... Что только? Признаться в этом было очень трудно. И даже немножко страшновато. Понимаю. Это нелегкое признание, но все же вы его сделали. А теперь за работу! Будем восстанавливать мою страницу. Вы мне поможете? Конечно! Да. Конечно, тетушка Матильда! Спасибо, спасибо. Вот только сначала с ребятами попрощаемся. До свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Всего вам доброго, друзья! Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулась облакам, новый день приходит к нам.